Скромные, но такие весенние букеты дарят дворникам Автозаводского района. Поздравлять их с наступающим 8 марта и поблагодарить за работу вызвался глава Автозаводского района Александр Нагин. Техника помогает, но без рук, без ваших, мы ничего не сделаем. Не делайте. Не ничего. Сделаем ничего без вас. Поэтому это точно. Вам еще раз спасибо. Всего хорошего вам. Эта зима испытала мастериц. Работали с утра и до вечера. Дворники признаются, в дружных дворах жители тоже помогали бороться с последствиями сильных снегопадов. Участок огромный. 3 парковки. Убираю одна. Вот. Если большой снег, конечно, приходят, мне жители помогают. Даже честно так? Говорю, да. Выходят. Многие выходят. Ничего не скажу. Я бы одна ни за что бы не убрала. Люди, с пониманием относятся к их тяжелому труду, выходят и убирают. То есть вот эта территория, это пример работы сообща. То есть дворника и наиболее активных жителей вот этого квартала. Жители домов на бульваре Коноваленко тоже помогают дворнику с уборкой в период сильных снегопадов. Бульвар благоустроенный по программе ФКГС национального проекта «Жилье и городская среда» в 2020 году стараются содержать в чистоте. Не зря дворник этой территории Надежда Рубцова была признана лучшей во всем Нижнем Новгороде. Выходим и рано, и в 6, и пол шестого. Так, вот. Обед 2 часа у нас. И потом до 4. Сейчас до 4 работаем. А когда и снег, то и до 5, и побольше. Наши дворники по-настоящему герои зимы. Очень все чисто, все аккуратно. Низкий им поклон за эту такую тяжелую, скажем так, работу. Все дворники района, в адрес которых жители пишут благодарности, в том числе в соцсетях, получают надбавку к заработной плате, сообщили в Домоуправляющей компании. Александра Шеломцева, «Время новостей».